Доброго времени суток всем. Всем привет. С вами Александр Нат, мы продолжаем играть в Dead Space 3. В прошлой серии мы разбудили, точнее не мы разбудили, а Даник разбудил Луну. Вот, теперь она все жрет и затягивает. Мы стоим как раз на островке, который сейчас затягивается в эту Луну. Вот, и побежали дальше. И я извиняюсь, что прерываю столь интересную серию в самом начале. Ее. Прямо таки. Вот, как вы помните, в предыдущей серии мы рисковали жизнями, взяли артефакт инопланетный, но забыли напрочь про него. И поэтому я решил вклиниться сейчас и зачитать его для тем, кого, для тех, кому это будет интересно. Личный дневник доктора Эрл Сирана. А напоследок я скажу, если только есть только один способ избежать неминуемого апокалипсиса, что несет братство Лун. Обитатели Тау Валантис понимали, что для продолжения жизни в этой галактике им суждено погибнуть. Только полным самопожертвованием мы можем обрести свободу от одержимости сигналом обелисков. Когда прибудет Тим с кодексом, я помещу кодекс в сердце машины и запущу заключительный этап. Если я прав и мне это удастся, Луна рухнет на планету и канет в лету. Меня не станет, но жизнь продолжится. Так что вот так. И желаю всем приятного просмотра. Элли мы вроде как спасли. И она должна выжить, я надеюсь. По крайней мере, мы ее отправили на челнок. Да. Давай, нажимаем. Ой. Опс. Ой, у меня шлем заклинило. Думаю, не только у тебя. О, нет. Ой. Это мы уже полетели, я просто не сообразила сразу, что мы летим. Я краем глаза видел, что у тебя рот был открыт просто и все. Ну да, он у меня был открыт. Поехали дальше. Я думала, что катсцена еще идет. А когда поняла уже, что двигается. Только пока не пойму, что нужно делать. Ой. Как же? Да ну нафиг. Как же? Куда? Не знаю. Это моя слабость. Я не умею вот это вот все вот это. Так, берегись. Мама. Катсцена? Или нет еще? Не пойму. Да, катсцена. Ох, ё. Это как раз та хрень, которая все жрет. Мама. А кодекс вон там, да, светится? Да. Так, я так понимаю, это... We gotta kill that thing! There's not enough ammo in the world! Then we'll have to make some up. Look, there's markers floating all around us. We can use this TK charging plate and throw them as weapons. Какую прощу? А, вот эту? Обелисками в глаза стрелять. Я понимаю, но я пока не вижу обелисков. Вот я вижу эти вот... Ой, тут, ты знаешь, кроме обелисков весело. Я вижу. Так, я вижу короче, обелиск. Я тогда попробую за этими смотреть. Ты видишь глаза еще? Я глаз не вижу просто. Обелиски вижу, глаз пока не вижу. Я, короче, пока бросил обелиск, потому что я не знаю. Я с ними не справлюсь одна, наверное. Так, реактивны. Я постараюсь. Ай. Ой.
Ай-яй-яй. Куда стрелять, куда стрелять? Никуда пока, все хорошо, я все отстрелил. Желтую штуку сейчас видела, но... В желтой штуке надо стрелять. Как только видишь желтую штуку, на я понимаю, стрелять. Но ты уже ее отстрелил. Все хорошо. Вон глаз, вижу. Саш, справа. Сейчас, я притягиваю близко. Видишь? Ай! Сбей его. Ага. Так, выстрелил. Мне там задница сейчас. Я не успела расстрелять. Нормально, нормально, нормально. Полечиться? Да, полечись. И я полечусь. Короче, пока бессмысленно, я жду. Справа. Ой, слева, то есть. Да, блин. Сейчас готовься по желтым штукам стрелять, похоже. Пока желтые штуки не вижу. Вижу. Так, хорошо. Остров все короче и короче становится, Саш. Кто короче? Остров. Да? Смотри. Слушай, да. Я еще один глаз, похоже, остался. Блин. Пока не вижу глаз сзади. Так, я вижу глаз, мне надо обелиск. Вижу глаз. Вижу, вижу. Стреляю. Так, рано. Дайте мне обелиск, срочно. Ты видишь обелиск? Вижу. Откройся, зараза. Да что такое, я не попадаю. С глазомером хреново. Только что где-то мелькал, но он его перекрыл где-то. А! Обелиск не вижу. Сейчас глаз уйдет. Блин, все, ушел, короче. Вот обелиск. Где? Так а толку его положить-то нельзя здесь. Видишь? Угу. Теперь ждать следующего круга. Ой. Они просто выпрыгнули так очень неудобно, я не мог его оставить. Так, сейчас полезу. Глаз, вот. Глаз близко вижу, очень. Вижу, вижу. Все, еще один. Я боюсь, что это не все. Не, я понимаю. Ну и тварь. Она сожрала нашу. Вот я вам ее сел не дам. Ну-ка скажите, что она, блин, на инстинктах. Get to that island where the machine is. The codex is on it. There's no way to reach it. Wait. Так. I'll stand on the TK charging plate and try to drag it over. Just hurry, man, before that thing recovers. Вытягивай. Ага, я тоже тяну. Отдавай, зараза. Ну. Ой. От напряжения. Ну, он, помнишь, он говорил, что эта штука очень больно делает. Mm-hmm. Давление очень большое. Как? А, вон лестница, вижу. Бежали. А, нет, стоп. Как туда забраться-то? Или надо вытянуть просто кодекс? Может, мы поторопились?
Я не понимаю. Все, умерли. Ага. А что нужно было сделать? Так, тянем. Какая мерзость. Так, ну прыгать они не умеют, я вот поэтому не понимаю, что нужно делать. Я тоже. Оно сыпется. Ой, я вот. Упал. Ну я тоже. А, нет, это я не... упал, а не ты. Я думал, меня притянуло. Так, я не понимаю, они же прыгать не умеют. Давай попробуем сразу же потянуть, как только... Прям побежать вперед? Нет, не побежать, а... Кодекс вытянуть? Да, сразу же вот повернемся. Если нет, то значит будем что-то другое думать. Да нет. Да, значит надо что-то другое делать. Надо было просто побежать. Ага. Да, дальше синематик идет. Ну запрыгивай. А я вижу, что ничего нет. Никакой дорожки. Ой, у меня эта дырка такая в голове. А, Карвер. Isaac? Isaac? Are you there? Carver? Isaac? You're gone, aren't you? The Mark Sigma has gone too. Isaac, you did it. You really did. Earth space coordinates confirmed. Shock drive enabled. Standing by. Нет. Не знаю. Нет, ну кто? Какое-то очень смазанное впечатление у меня от концовки. Согласен.
Очень нам советовали посмотреть титры до конца. Хранение инвентаря. Вот. Да. Попробуем досмотреть титры до конца. Не попробуем, а досмотрим обязательно. Я... То есть мы уничтожили, я так понимаю, вот Луну. Так подожди, ну смотри. Ту Луну, что была здесь у нас в галактике. Это всего лишь одну мы уничтожили. Одну. А их там... Мы отрезали кусок, как выразился доктор, от гангрены, которая подбиралась к нашей галактике. По поводу машины, по крайней мере, мне хоть лично теперь понятно, что... То есть у нее было два режима, можно было отключить, а можно было включить на полную мощность. То есть если ее включаешь на полную мощность, он сам себя сжирает, по сути. В смысле сам себя сжирает? Ну, на полную мощность он же... Нет. Подожди, я что-то сама уже запуталась. Получается, смотри, машина, он ее... Даник ее включил. Она оттаяла. Да, отапливать начала. А если включить на полную мощность, она сгорела. Бы. Ну, он ее просто вытащил, кодекс, оттуда. Ну... В чем прикол? Нет, я так понимаю, что он доморозил до конца, может, все. То есть он притянул Луну в землю, воткнул. Вот я так это понял. Нам видел же, в конце показали. Луна в планету вошла. А Луна была живая. То есть, видимо, она этого уже не переживет. Ну, плюс мы там ей глаза все повыкалывали. Вообще, я хочу сказать, что все, кто хайл игру, честно говоря, я их не понимаю, никогда не пойму, видимо. Я не играл в первую часть, но я смотрел летсплей по ней. То есть я более-менее в курсе. Вторую часть я не досмотрел летсплей, я решил купить, поиграть сам, но не осилил сразу. А первую часть, поэтому посмотрим. Не знаю, мне игрушка очень понравилась. Да, я очень несмотря доволен. Несмотря на то, что как бы многие в курсе, что мы не играли в хорроры до этого, мы не играли... Я лично вообще как бы... Единственный шутер у меня это Borderlands. На тот момент, когда мы начали летсплей проходить, Borderlands был пройден наполовину. Вот. И тут сразу за Dead Space, да еще и хоррор. Ну, вы помните все прекрасно первые серии, где мы там как зайцы крались. Да, первая серия для нас вообще была полным таким... То есть под конец я могу сказать за себя, конечно, вам со стороны виднее, но лично мне кажется, что я все-таки пободрее шла. Да и, в общем-то, вместе мы пободрее шли. Я не могу сказать, что у меня что-то изменилось, какое-то отношение с самого начала игры. Ну, было страшно. То есть, все равно все это было жутко, все равно каждые звуки напрягали. То есть, я старался просто немножко как-то для себя их игнорировать, потому что, понятное дело, что нас и так постоянно подталкивают по прохождению. Быстрее, быстрее идите. Но я думаю, что не стоит в этой игре так торопиться. Я считаю, что для каждой игры есть свой темп. Ну да. Согласен. То есть и каждый темп для каждой игры выбирает свой. То есть для одного игрока данная игра будет шутером, который пробежится за, я не знаю, там за 20 часов, да? А для другого это будет в удовольствие бояться, красться, изучать, искать все артефакты. Тебе доставляло удовольствие бояться? Иногда да. Нет, я не могу так сказать. Мне доставляло удовольствие узнавать все новые и новые цепочки событий, все это ты мне читать не, и вникать. Не перевирай, не перевирай то, что я сказала. Я не знаю, мне сложно объяснить. Именно когда это получалось, отстреляться нормально, и когда вот эта вся мозаика складывалась, это нельзя выделить конкретно в то, что мне... нравилось бояться. Мне нравилось все вместе, именно в сочетании. И справляться с поставленными задачами, и узнавать историю, и узнавать как бы то, что было много лет назад. Ну, в общем, мне очень понравилась игрушка. Ну, да, я и, в такие честно говоря, игры плевать, не играл. Кто там что говорит, у кого какое мнение на этот счет, у каждого свое. Для меня это лично будет игра, наверное, чуть ли не года. Я не знаю, выйдет ли еще в этом году еще что-то более крутое, от чего я получу такой множественный оргазм. Вот, но... Получил? Много раз.
В иной раз чуть ли не до истерики. И радугой, да? И радугой, да. Ну, в общем, действительно очень шикарная игрушка. Не устану ее нахваливать. Я не знаю, как она играется соло, но думаю, что соло для меня это было бы еще гораздо более атмосферно и страшно. Конечно. И не уверен, что я бы ее прошел один, честно. Для меня хорроры... Я не являюсь вообще поклонником хорроров. Я первую часть забросил через 15 минут на сцене с лифтом. Silent Hill... Мы вот недавно как раз говорили, какой-то там третий, по-моему, я начинал играть. Мы еще не были знакомы даже. Я его забросил тоже где-то минут через 30, наверное, начало игры. Вот. Хотя при этом Resident Evil на Соньке первый, по-моему, я играл. Но это было настолько давно, что я даже сюжет там не особо помню. Скажу так, в свое время я прошла и резидент, первых трех резидентов. Дальше пока на тот момент, по-моему, не было. Не помню. И прошла Silent Hill. Первый полностью. Было так страшно. Вы не представляете? То есть, это, знаете, как это, как мышки кушали кактус. Кололись, плакали, ели. То есть, были так. Доходило до того, что. Допустим, в той же ситуации, кто знает Silent Hill первый в школе, когда это все звуки, дети с ножами эти. Я просто ставила на паузу, откидывала джойстик и уходила от компьютера. Ну, в смысле, от телевизора с приставкой. Вот было страшно. И я тоже не знаю, прошла бы ли я одна эту игру. Но так как мы вдвоем, да, было... У нас были у друг друга плечи, за которые можно было друг друга поддержать, фигурально так выражусь. Можно было бы чуть-чуть позубоскалить местами друг над другом. Не, я... Ну, в общем, я считаю, что все, кто говорят, что надо... мы медленно, и вы тратите лишние 10 секунд на то, чтобы убить труп, ну, блин, а если бы вы там оказались, да вы бы там каждого угла шарахались. И кто бы что ни говорил, что у вас есть оружие, там броня, ну, блин, это все не спасает. Не знаю, мы играли на атмосферу, и причем в удовольствие на атмосферу, как ну, бы там ни было. Я бы сказал, что мы играли так, как мы бы играли. Я, то есть, по-другому, во-первых, мне сложно играть, я не люблю нестись сломя голову и что-то делать, мне не доставляет оттуда удовольствия, я очень быстро устаю от такого темпа и все такое, то есть, это было бы просто неинтересно, я считаю. Как вот говорил один человек, у каждого свой порог страха, и для тех, для кого первые Dead Space были страшные, именно страшные. Тот, кто хотел воспринимать Dead Space именно как Dead Space, тот и третью игру прошел с удовольствием, боясь, пугаясь, узнавая историю, погружаясь в этот мир с удовольствием. Ну а те, кто заранее уже проникнулись этими модными нынче критиканскими фразочками Dead Space Shooter, да, к сожалению... Очень мне не понравился вот на этом фоне эффект толпы. Он вот на все 10 баллов отработал ситуация с данной с игрой. Да, очень многие люди, которые не играли уже... То есть Dead Space вообще раскритиковали еще до того, как он вышел. Ну как так? Что, простите за фигня, блин, критиковать игру, когда она еще не вышла? Пока ты в нее не поиграешь, не увидишь концовку, не прочувствуешь весь сюжет... Как ее можно вообще как-то критиковать? Многие даже не пытались прочувствовать сюжет. Угу. И вот все кричали, что кооператив испортит игру, испортит атмосферу. Авторитетное мое мнение заявляет, что ничего оно не портит. Да, то есть ощущения были примерно схожие с теми, что я получил, знаешь, когда играл в первый Dead Space. Авторитетно. Я думаю, многие скажут свою фи на то, что мы тут сейчас говорим. Но это имха. Мое личное мнение. Кооператив в много крат усилил эффект присутствия напарника.
живого человека, не того, кто там где-то как бы появляется, как вот в резидентах, допустим, последних, да, вот, допустим, за Аду Вонг, там непонятно какую-то фигню прилепили, которая бегала за ней хвостиком. Здесь же Карвер воспринимался как живой человек, как именно нечто, что принимало конкретное участие в создании этой истории. Да, очень. То есть вот эти все кооперативные миссии добавляли как бы изюминку. Я бы даже не отказалась, если бы было побольше, когда... хотя было жутко стрёмно в некоторых моментах. Мне все же, мне вот интересно лично узнать о продолжении истории. Я не совсем понял, что у него случилось с семьей. Как-то все выходили вокруг да около. И... Ну да. Полностью историю не раскрыли. Я поняла, что они погибли, но... Погибли от некроморфов явно. То есть, потому что у Карвера на них зуб. У меня есть лично такое свое предположение, что... Точнее, даже, наверное, у нас предположение. Я не помню, болтали на эту тему, к чему мы пришли. Там всякие спасибки, да. Спасибо пишут. Моему коту. Ага. Люблю вас, ребята. Спасибо, Саманта. А это от кого я пропустил, кто пишет? Я сама пропустила тут. Увлеклась, ну, да, обсуждением. Ну. В общем, на мой взгляд, все было круто, а... По поводу Карвера есть предложение, что они превратились в некроморфов, им пришлось их просто, ну, убить. Ну да, мы это обсуждали как бы за кадром. Пальцем в небо, как говорится. Ну что? Что будет? Дома гораздо говорить. Все титры поболтали. Так, придется музыку, наверное, заменить. Элли! Оп. Элли! Да. А как Карвер? Мне не понравилось, что про Карвера ничего. У тебя тоже только Элли? Элли, да. Айзека. Понятно. Плюс 3 ПЗР. Ну да. Это, я так понимаю, для сложного уровня? Подготавливают. Ну да. Ну, я не думаю, что мы будем проходить ее на новой игре плюс. Я в этом никакого смысла для... себя и для нас вообще не вижу, по идее. Ну это да, для истинных фанатов, конечно. Ну да. Я не могу сказать, что являюсь фанатом серии Dead Space, прям вот фанатом, но как бы впечатление у меня от игры, конечно, на высшем уровне. Ну да, как бы то, что мы смотрели, как играют, и когда сам играешь, как бы настолько, я не знаю, я настолько погрузился вообще во всю эту атмосферу безнадёги, прям ла. Ну раз. Ладно, давай тогда прощаться. Я думаю, все наши мнения поняли. Ну, в общем-то, все. Всем спасибо. Увидимся в следующей игре, в следующем прохождении. Пока не знаем, что это будет. Будем думать. Вот. Хотя к тому времени, наверное, когда выйдет серия, мы уже определимся. Скорее всего, да. Все, в итоге, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы до сих пор не подписались, но просмотрели, то это будет очень странно. Вот. Все, всем спасибо и всем пока. Надеюсь, вы получили удовольствие такое же, как мы. Всем счастливо. Ready, set, set, and begin. 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 Begin.